Всем привет, друзья, это Лучший Китай ВК. Сегодня я вам покажу, как менять на фотошопе 6 язык. Значит, нажимаем кнопочку Edit, заходим вот сюда и нажимаем кнопочку Interface. Здесь выбираем внизу русский, украинский и нажимаем кнопку ОК. После этого закрываем наш фотошоп и заходим в него опять. Загрузка идет. И как видим, уже даже здесь все на русский переведено. Вуаля, можно пользоваться. Как видим, все произошло отлично. Ссылка на Photoshop 6 будет в описании. И вся информация тоже под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока. Лучший Китай ВК. Канал посвящен распаковкам сайта AliExpress, куче смартфонов, летсплеи на PS3, обзоры пневматики, краш-тесты, обзоры электроники, одежда и многое другое. Подписывайся, ссылка в описании.